Так, 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 так. А знаете, что у меня? Посмотрите. Я то, что ждал, наконец-таки пришло. Пришло, в принципе, чуть-чуть раньше, но это очень важная история, которая мне нужна. А как вы думаете, для чего она мне нужна? Для того, чтобы... Сейчас включим свет. Для того, чтобы заняться собой. Я прочитал такой челлендж, где написано и сказано было, что за месяц можно стать атлетом. А то мое жирненькое брюшко отъелось. Стал толстоват, видите, щечки какие. И вешу почти центнер. 100 килограмм и центнер? Не помню. Ну ладно, почти 100 килограмм. Хочу весить 75, хочу летать. И хочу опять отжиматься. Именно для этого я приобрел эту штуку. Смотрите. Все это сюда. Это сюда. Опа. Что это такое? Та-та-та-та-там. О, коробка. Это коробка. Смотрим дальше. Ну, как она открывается, кстати. О! Открываем. Ух ты! Друзья, ой! Смотрите, какая штучка. А у вас такой нет? Так, что здесь? Давай вот так поставим красиво. И смотрим. Ух ты! Нифиг! Ничего себе! Гляньте, гляньте. Та-дам! Та-да-да-дам, та-дам! Икс! Ставим лайки, знаете, что это такое? Ну! Блин, смотрим. Уже не можете сказать, как эта штука дерется. Вот так берем. И так. Дальше берем. Открываем. И видим, что мы видим? Амазфит. Фит, наверное, все-таки знает, значит, что-то вкусное, да? Нифига. Как оно открывается? Я в ахере. Ох, ох. Смотрите, щелк открылся. Ребята, так это же часы. Ух ты, а как же их снять-то? Друзья, смотрите, какие крутые часы. Вообще ничего не видно. Это не просто фитнес-браслет. Это браслет для бегака. Для нашего канала, для Бегак ТВ. Угу. Знаете, мне рассказывали про них, на самом деле, если серьезно подойти к вопросу, множество функций, но и это зарядное устройство, на самом деле, для часов. Снизу у нас здесь запасной браслет идет, инструкция, видите, все это разбирается, все очень удобно сделано. И если читать эту инструкцию, вот так, читать, то можно сойти с ума, потому что очень много функций. Я вам сейчас покажу, как часы в работающем виде выглядят. Но это, конечно, крутяк, что вот такая зарядная станция у нее. Прям вот снял часы и одел. Кстати, еще один большой плюс этих часов, то, что они очень на большое время, почти на неделю, могут держать абсолютно зарядку, записывают полностью показания тела, нагрузки и так далее, температуру. И также приходят сюда смс-ки. Единственный недостаток, который, ну, мне сказали, есть у них, но для меня это не недостаток, потому что мне очень дизайн понравился, что они такие скромные, просто полосочка, да. Мне очень понравилось, что у них есть что-то интересное, я сейчас покажу. Отключай. Что я хотел вам сказать? Это вот так выглядит. Посмотрите, это же просто эпично. И вот так нажимаешь кнопочку вот здесь. Хоп, появился. Они вибрируют. Они вибрируют абсолютно. И очень быстро листаются. Вот, если видно, вот можно перелистнуть очень быстро. Очень чувствительно, если нужно. И в то же время можно отключить. Даже видите, здесь и YouTube можно включить. Я не знаю, правда, видео работает или нет, но прогнозы погоды, видите, работают. И потом записать, сколько нужно. А потом камера отъезжает, а там, знаете, флеш еще не скачивает, отжимает.
Поэтому я желаю всем начать заниматься спортом, а вот это есть отличный стимул. Покупаем, подписываемся на канал и смотрим, что сегодня дальше происходит.